Компания Mitsubishi расширила свою дилерскую сеть в России. В столице состоялась торжественная церемония открытия 113-го по счету автосалона. Что интересно, группа компаний «Авилон» с японской маркой работает впервые. Когда тебе такой именитый партнер доверяет свою франшизу и доверяет своих клиентов, ну, для нас это высшая степень, наверное, подтверждения того, то, что мы до этого развивались в правильном направлении. Клиентам дилерского центра Mitsubishi «Авилон» предлагает полный перечень услуг. Продажу и обслуживание новых и поддержанных машин, кредитование, страхование, лизинг и трейд-ин. В ремонтной зоне предусмотрено 12 постов. Площадь шоурума 520 квадратных метров. Да, у Mitsubishi достаточно сильное обучение продавцов и сотрудников сервисного подразделения. Нам пришлось уже пройти часть обучения, и это касается не только линейного персонала, продавцов и механиков, но также и руководителей, и у Mitsubishi жесткие требования по сертификации персонала. В шоуруме представлены все модели текущей линейки Mitsubishi. Внедорожники Pajero и Pajero Sport, пикап L200, а также кроссоверы Outlander, Eclipse Cross и ASX. Я думаю, что сегодня покрытие нашей дилерской сети по России составляет примерно 95%. И это очень хороший показатель. Мы не видим острой необходимости интенсивно расширяться в этом году, шаг за шагом там, где это нужно. Японцы сконцентрировались не на дилерской сети, а на автомобилях. Так, до конца марта в автосалоны поступит посвежевший Outlander, а в апреле – рестайлинговый ASX, а в декабре – обновленный Mitsubishi Pajero Sport.